Спасибо. Спасибо. Вот маски такие на улицах раздают. По две штуки. Они многоразовые. Так что их можно стирать и снова пользоваться. Раздаем маски пяти муниципалитетов Свердловской области. Это город Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Первоуральск и Березовский. Планируется, что волонтеры будут раздавать маски на 19 точках. То есть это основные транспортные узлы в обозначенных городах. Жители очень благодарны. Сразу берут не только на себя, но и на своих членов семьи.